Европейские страны выстраивают санитарный кордон вокруг Великобритании, где распространяется новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен по сравнению с уже известным типом. О прекращении транспортного сообщения с Соединенным Королевством сообщил уже целый ряд государств ЕС, включая Германию и Францию. Выявленную в Великобритании разновидность коронавируса обнаружили в Нидерландах, Дании, Италии и Австралии. Во французском правительстве отметили, что 48-часовой запрет на перевозки позволит предоставить время для координации действий стран ЕС и подготовить меры к возобновлению пассажиропотока. На этом фоне в Великобритании выявили рекордные почти 36 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. В понедельник в Брюсселе Совет ЕС под председательством Германии проведет экстренное антикризисное совещание. Из-за неожиданных ограничений многие жители европейских стран, оказавшиеся в Великобритании, попытались забронировать билет на последний поезд. Француженка Клэр Буасси живет в Соединенном Королевстве. «Это катастрофа», — говорит она. «Я во Франции не была с августа, и мой муж не успел попасть на поезд». Жители Лондона в субботу в массовом порядке стали покидать город, так как с воскресенья в британской столице и на юго-востоке Англии вступил в силу режим строгого карантина, который затрагивает 20 миллионов человек.